Доброе утро. Доброе утро, уважаемые коллеги. Рада всем, кто уже подключился к нашим вебинарам, вебинарам Janssen Inspira Cosmetics. Напоминаю, что наши вебинары идут в регулярной основе. Понедельник, среду и пятницу мы встречаемся с вами в 11 часов и обсуждаем различные актуальные темы. Давайте перед тем, как мы начнем, и пока мы еще ждем остальных подключившихся, давайте проверим связь. Пожалуйста, в чате напишите, как вы слышите меня, как вы меня видите, видите ли вы презентацию, все ли хорошо. Чтобы я уже понимала, что можно смело нам начинать. Но, к сожалению, сегодня Москва не радует нас погодой. Первый день лета, я вас поздравляю с началом лета, не знаю, как в других регионах. Но Москва вся в тучах, почти что гроза, практически наводнение. Вот поэтому уж если будет портиться связь, вы не разбегайтесь, мы будем быстро ее восстанавливать, потому что, ну, такую погоду не всегда наши вышки выдерживают. Поэтому, пожалуйста, друзья, имейте в виду, если что-то будет плохо со связью, будем стараться быстро это все исправить. Так, добрый день. Киев тоже заливает, да. Нас льет так, что просто кошмар. Реки выходят из берегов, все тонет. Надеюсь, что это скоро закончится. Коллеги, пожалуйста, пишите ваше имя, из какого вы города, знаете ли вы Inspira, или вы новички в Inspira Cosmetics, а больше пользуете Janssen. Вот. Если у вас будут возникать какие-то вопросы, вы тоже их смело пишите. Напоминаю, что Татьяна новичок. Ну, я думаю, что вам будет очень интересна сегодняшняя тема. Вот, потому что она очень актуальна в современном мире. Думаю, будет вам интересно, и вы что-то для себя новое узнаете. Так, нас все больше и больше. Ну что ж, отлично, коллеги, пожалуйста, пишите имя, из какого вы города. Очень здорово, что нас слушает не только Россия, но и другие города. Одинцова Татьяна, новичок в Inspira, 2 года с Janssen. Здорово, прекрасно. Ну и в Inspira вы скоро станете профессионалом, уверена, этот бренд влюбляет в себя. Вот. Я тогда тоже представлюсь. Меня зовут Наталья Аржент, я врач-дерматокосметолог, тренер учебного центра Janssen Inspira Cosmetics в России. Надеюсь, что мы с вами скоро сможем все-таки встречаться не только в онлайн-режиме, но и все-таки тет-о-тет, фейс-о-фейс на наших семинарах. Я заранее вас приглашаю, как только будет возможность, мы будем рады вас видеть в нашем офисе. Надеюсь, что мы поедем в регионы, у нас очень много интересного появляется, очень много новинок приходит в этот сезон, и очень хотелось бы, конечно, с вами поделиться нашими новинками, рассказать о них, вот, не только в онлайн-режиме. Кстати, хочу вам сказать, раз уж мы говорим сегодня об Inspira Cosmetics, очень много новинок приходит из Inspira. И 29 июня будет вебинар, посвященный как раз новинкам Inspira и Janssen Cosmetics. Я думаю, что эти новинки не оставят равнодушных никого. Пожалуйста, имейте в виду, 29 июня мы ждем вас на вебинаре, где осветим новинки нынешнего сезона, особо актуальные в данное время, в летний период. Мы ждем лета, вот это прекрасное продолжение линии путешествий Амальфи. Следующий пункт назначения нашего отдыха и путешествия – это Греция, острова Миконос. Прекрасные программы, великолепные продукты, которые, конечно, влюбят вас в эти ароматы, текстуры, этот эффект, который достигается с помощью этих продуктов. Конечно, они очень интересны, очень актуальны, ждем вас с нетерпением. Каждый, напоминаю также, что каждый понедельник и вторник мы обсуждаем интересные темы в 11 часов
а по пятницам, понедельник, среду, простите, ради бога, а по пятницам мы встречаемся в эфире, где отвечаем на любые ваши вопросы. Имейте в виду, если вопросы будут возникать вдруг позже нашего вебинара, вы можете в пятницу подключиться и, естественно, задать любые вопросы. Также хочу вам сказать, что о всех продуктах, о которых мы будем сегодня говорить, вы можете все, любой продукт приобрести на нашем официальном сайте janssenbeauty.ru в разделе «Для косметологов». Есть специальная информация, есть доступ к специальным предложениям для косметологов-профессионалов. Пожалуйста, регистрируйтесь, если вы еще там не зарегистрированы, и получайте приятное предложение. Плюс ко всему, для всех, кто слушает наши вебинары, кому интересно Janssen и Inspira, пожалуйста, вы можете использовать специальный промокод. Данный промокод позволяет вам получить скидку 10% на всю продукцию. Промокод нужно ввести при заказе PROF101. PROF101. Чуть позже я еще раз про него напомню и покажу даже, как он пишется, чтобы вы не забыли. 10% и акция такая действительно в течение 3 дней после вебинара. Доброе утро, Подольск, Анастасия, доброе утро. Janssen 8 лет, круто, уверена, что можете чем-то поделиться интересным. Светлана, Москва, Екатеринбург, отлично. Надеюсь, что в других регионах вы уже начали, приступаете постепенно к работе, вас уже открывают, потому что Москву пока что еще держит, не разрешает нам работать в своем привычном режиме. Косметология еще не открылась, постепенно только вот Московская область у нас открывается, но мы ждем с нетерпением. Ну что ж, давайте будем начинать. Сегодня у нас прекрасная тема, посвященная Inspira Cosmetics. Пару слов скажу вообще, что такое Inspira, что это за бренд, потому что очень часто не понимают, не знают даже, многие еще не знакомы с Inspira, и очень жаль, потому что бренд, ну, заслуживает внимания однозначно нас, как косметологов-профессионалов. Inspira Cosmetics – это немецкий бренд, признанный на рынке профессиональной косметики, и в основе его основ лежит высочайшее качество продукции, яркий эффект, истинное немецкое качество и широкий ассортимент. И при создании косметических, даже космецевтических средств, Inspira Cosmetics основывается на основных, самых актуальных тенденциях эстетического рынка. То есть все, что максимально на данный момент необходимо нашим клиентам, какие потребности их кожа испытывает, какие потребности испытываем мы, работая в своей сфере, Inspira воплощает в своих великолепных продуктах. Средства в ассортименте Inspira Cosmetics вы встретите косметические средства для всех типов кожи, специального профессионального назначения, которые специально разрабатываются для комплексной терапии различных эстетических проблем, используются активно после реабилитации для восстановления кожи, для основной терапевтического направления. Поэтому продуктов очень много, и об Inspira можно говорить, в общем-то, вечно. Искренне вам признаюсь, что Inspira – это мой любимый бренд, который позволяет мне справляться с множеством эстетических проблем, которые я встречаю у своих пациентов за моментальные короткие сроки. То есть это прям палочка-выручалочка для меня в своей работе. Вот я буду по ходу вебинара делиться своими как бы такими отметками, которые мне очень кажутся важными, и думаю, что и вам они тоже пригодятся в своей практике. Итак, Inspira основан в Ахене, в Германии, в 2000 году и является самостоятельным брендом, производящих космецевтические продукты, но он все-таки дружествен Janssen Cosmetics. Скажу честно, Inspira и Janssen имеют единые как бы истоки происхождения.
пользуется Janssen Inspira Cosmetics одним как бы сердцем разработки лаборатории доктора Захера, прекрасного ученого, который создает непревзойденные формулы продуктов. Вот, поэтому это для нас очень удобно. Два разных бренда, но все же очень дополняющие друг друга. И мы всегда в своей работе можем использовать и дополнять Janssen и Inspira по необходимости, подбирая самые высокоэффективные продукты, достигая самых высоких целей, удовлетворяя потребности всех клиентов, какие только возможны. Inspira активно развивается, получает очень много наград. Вся продукция проходит тестирование на переносимость, на безопасность, на эффективность. Это очень важно. Производство построено на высочайшем уровне. Следует GMP уровню производства. Это высочайший уровень надлежащей производственной практики. Выше только звезды, в общем-то. По этим стандартам производится лечебная продукция, то есть это все лекарства. И Inspira, и Janssen Cosmetics, напомню, работают именно по уровню, по GMP. Это гордость. Этим, правда, можно гордиться. Не каждый бренд может себе такое позволить. Для нас это всегда уверенность в эффективности и безопасности. Вот мы можем, закрыв глаза, быть уверены, что профиль эффективности и безопасности в Inspira и Janssen Cosmetics велик. Извините, пожалуйста. Вот. И учитывая, конечно, такие свои великолепные особенности, эффективности, безопасности, прекрасные текстуры, отсутствие парабенов, Inspira активно развивается. И на данный момент бренд знают уже более чем в 50 странах мира. Хочу также как бы даже похвастаться, Inspira постоянно занимает, получает различные награды от ведущих ассоциаций сферы эстетической косметологии. Inspira Absolu, бренд линия, о которой мы сегодня будем говорить, неоднократно признавалась лучшим брендом эстетической косметологии в Германии и в других странах мира. И вот совсем недавно, кстати, Inspira обогатилась еще одной очень ценной наградой, линия, несколько продуктов из линии мужской. Есть в Inspira Cosmetics линия для ухода специально за мужской кожей, получила очередную награду. Мы гордимся. Желаем, конечно, Inspira новых успехов и вам в том числе вместе с прекрасным брендом. Ну а сегодня мы будем говорить о линии Inspira Absolu. Вот на этом слайде вы видите как бы линии, которые входят в бренд Inspira. Это линия Inspira Absolu, о которой мы сегодня подробно с вами поговорим и познакомимся. Это линия Inspira Med. Нет, то есть уже такое, да, вот из названия даже начинаем понимать, что это линия продуктов медицинского направления. В эту линию входят пилинги. В Inspira Cosmetics есть великолепные пилинги. Именно в линию Inspira Med входят эти пилинги. И в дополнение еще линия есть скин-акцент, то есть акцент на коже. Это линия продуктов, позволяющая максимально быстро добиться любых эстетических, коррекции любых эстетических проблем и является таким дополнением к ежедневному уходу в домашних условиях и к уходу в профессиональных условиях. Но сегодня линия Inspira Absolu. Inspira это вообще переводит дыхание, вздох. То есть мы понимаем, что без дыхания мы жить не можем. Также как бы вот переводя на кожу, что без продуктов Inspira коже, в общем-то, тяжело существовать. То есть Inspira – это то максимально необходимое, тот глоток воздуха, который необходим для жизни, организма, для жизни кожи. Inspira Absolu – что это такое? Это линия продуктов, это курс космецевтической терапии, направленной для создания абсолютного здоровья и молодости кожи всех жителей мегаполисов и городов, для всех современных жителей, с учетом типа и состояния кожи. То есть это линия продуктов, поддерживающих здоровье кожи абсолютно всех жителей. Что же такое здоровье? Вот сейчас вот подумайте, если что такое здоровье.
здоровья, ну, если так вот говорить, какая это здоровая кожа? Это красивая, молодая, без признаков старения, без каких-то эстетических проблем. Кожа, которая способна правильно выполнять свою основную функцию. Основной функцией кожи является что? Защита. Как только кожа теряет свою защитную функцию, невозможно, не может справиться с выполнением основной своей защитной функции, она, естественно, теряет свое здоровье и свой привлекательный вид. И вот линия Inspira Absolue направлена именно на поддержание здоровья кожи, на поддержание ее основной функции. Что нарушает, может нарушать здоровье кожи? Что может влиять на выполнение ее функции. А это именно то, с чем мы с вами встречаемся каждый день. Почему для жителей городов и мегаполисов? Потому что именно в городах сосредоточено максимум экзогенных и эндогенных проблем. Мы встречаемся постоянно в городе с плохим окружающим уровнем окружающего воздуха, это постоянные загрязнения. Зачастую это неправильное питание, это быстрый, молниеносный темп жизни, это стресс, хронический стресс, который присутствует у жителей городов в большей степени, чем у всех остальных. Это проблемы на работе, это высокая занятость, это, естественно, сюда еще можно и отнести и вредные привычки. Ну и плюс, конечно, различные эндогенные причины, которые приводят к изменению качества кожи. А еще надо с вами вспомнить и как бы подумать именно о нынешней ситуации, о ситуации пандемии, что мы вынуждены все находиться в домашней изоляции. И это, естественно, тоже усугубляет течение, усугубляет вот эти экзогенные, эндогенные факторы, которые повреждают здоровье. Поговорим чуть подробнее. Стресс. Стресс, хронический стресс характерен всем и всегда. Хронический стресс – это неотъемлемая часть современного человека. Об этом все говорят и все прекрасно знают. Но то, что мы находимся на домашней изоляции, что такое вот у нас происходит в мире, естественно, это усугубляет течение стресса. Это усиливает проявление хронического стресса. А что такое стресс? Стресс – это то состояние, которое пагубно влияет на все органы и системы организма, в том числе и в первую очередь на кожу. Почему? Потому что в состоянии стресса организм кожу считает как дополнительным фактором. Он концентрирует свое внимание на жизненно важных органах, и в этот момент кожа второстепенна. Поэтому на коже мы моментально быстро видим все изменения. Кожа более чувствительная, кожа тусклая, сухая, снижается регенерация, снижается заживление, появляются различные высыпания, ухудшается состояние проблемной кожи. То есть все обострения в процессе вот такого стресса являются более частыми. Актуальная проблема, конечно, актуальная. Когда мы дома находимся, как бы мы ни старались, гиподинамия с нами всегда, естественно. И как бы мы ни старались заниматься спортом, все равно привычные нам физические нагрузки в условиях самоизоляции, в условиях нахождения под домашним кускавочках арестом, естественно, снижаются. И чем грозит гиподинамия? Это нарушение микроциркуляции, снижение микроциркуляции, снижение оксигенации тканей, питания. И, что немаловажно, это ухудшение лимфотока. Мы помним, что лимфатическая система – это такая особая система, которая полностью зависима от мышечной нагрузки. То есть движение лимфы осуществляется у нас именно, когда работают хорошо мышцы. Вы это помните. Когда мало физической нагрузки, мало происходит сокращение мышц, движение лимфы у нас ухудшается. Чем грозит такое вот ухудшение лимфообмена? Естественно, это нарастает процесс интоксикации. Детокс, процессы замедляются. Отражается это на коже, естественно, ухудшением цвета, снижением регенерации, сухостью, плюс ко всему это снижение иммунитета, что очень немаловажно. Вот. И
отечность, одутловатость, пастозность, все это заметно. Я думаю, что многие из вас с этим сталкивались. И уж поверьте, клиенты, которые в ближайшее время к нам будут обращаться, тоже будут жаловаться на это. Что еще? Естественно, меняется пищевое поведение. Сидя дома, все чаще бегают к холодильнику. Вот, и, в общем-то, меняется именно привычная еда. Зачастую мы можем... Что-то, может, кто-то заказывал готовое, кто-то слишком много готовил. Очень многие, кстати, жалуются на то, что баловались различной выпечкой и так далее. Но, в общем, пищевое поведение меняется, и, естественно, это изменяется и на функции кожи. Меняется работа сальных желез. Очень многие продукты являются такими скрытыми аллергенами, которые, избыток которых или увеличение количества, не свойственное обычной жизни, будет менять качество кожи. Это и сахара, естественно, это и быстрые углеводы. И все это отразится на коже. И, естественно, гипоксия, мы не гуляли, тусклый усталый цвет лица и... Что, конечно, очень важно, это отсутствие нашего профессионального ухода. Без наших прекрасных рук, без нашего профессиональной помощи многие клиенты, конечно, будут иметь усиление всех эстетических проблем. Особенно это отразится на жирной проблемной коже, особенно это отразится в... возрастной категории, когда без регулярного профессионального ухода кожа теряет свою былую привлекательность. Поэтому все будни современного мира, плюс еще и вот это вот усиление состояния симптомов самоизоляции, которые усиливают и так имеющиеся проблемы, приводит, конечно, к тому, что кожа впадает в состояние стресса. Это состояние стресса характеризует именно максимальный повреждающий здоровье кожи. Снижается ее функция защиты, повреждается защитная функция, повреждается ее защитный барьер кожи. Кожа становится, впадает в состояние стресса, становится раздраженной, склонной к чувствительности. Появляется, усиливаются или появляются признаки сухости и шелушения, возникает зуд, отечность, гиперемия, различные эритематозные какие-то высыпания, возможно, появление или обострение воспалительных элементов. Естественно, это морщины, усиление имеющихся, удлинение становится более глубокими, возникают новые морщины на фоне вот такого стрессированного состояния. И в итоге кожа в состоянии стресса выглядит намного старше. И, кстати, хочу вам сказать, что именно жители больших городов, их неоднократно опрашивали и спрашивали, как они оценивают свою кожу. И 70% своих вот, в исследованиях, 70% жителей больших городов именно оценивают свою кожу как состояние повышенной чувствительности, повышенного стрессирования и отмечают, что они бы хотели выглядеть моложе, и они могли бы выглядеть моложе. Вот, поэтому именно вот эти экзогенные и эндогенные факторы, которые повреждают именно защитную функцию кожи, приводят к таким ярким изменениям. И если ничего не предпринять, если вовремя не помочь, если не приостановить и не оказать некую профилактику, то кожа впадает в состояние так называемого выгорания. Это такая степень беззащитности, можно сказать. Когда кожа не защищена, она открыта для всего повреждающего. И, естественно, не выполняет свою функцию. Изменения происходят на всех слоях кожи. Кожа выглядит старше. Кожа выглядит нездоровой. И именно Inspira Absolu – это линия той терапии и защиты, которая позволяет быстро защитить кожу, быстро восстановить ее защитную функцию, справиться с основными эстетическими проблемами, которые возникли. Самое главное – предотвратить, чтобы это ничего не развивалось и кожа не впала в состояние именно крайней степени выгорания. Вот. И в основе, конечно, линии Inspira
Это сочетание самого лучшего от науки, самого лучшего от природы. Это именно то, что придет на помощь вот такой коже в состоянии стресса. А от науки это самые высокоэффективные комплексы, запатентованные комплексы. От природы это экстракты чистейших растений, экстракты растений с высокогорья Альп, самых чистых регионов Альп. И вот этот симбиоз науки и природы, максимально быстрый, короткий промежуток времени, помогает коже справиться со стрессом. Что же нужно предпринять? И, в общем-то, Inspira Absolu работает в таких вот двух основных шагах. Первый шаг – это очень важный шаг. Нужно снять, именно устранить стресс, вывести токсины и максимум защититься от загрязнений и внешних факторов. Это основной шаг, без которого нельзя сразу идти в устранение каких-то эстетических проблем. Это очень важный шаг. Так, первый шаг – это снятие стресса, это детокс и максимальное возвращение защитной функции, защитить кожу от всего, чего только что можно. И на этом этапе нам помогут такие активные ингредиенты, как экстракт эдельвейса швейцарских Альп. Эдельвейс – такой прекрасный нежный цветок высокогорья. Он растет в горах, такой нежный и прекрасный. И, в общем-то, у нас ассоциация именно с тем, что это какое-то вот нежное создание, но которое максимально стойкое. И именно экстракт эдельвейса для нашей кожи является целительной силой. Именно эдельвейс защищает нашу кожу от загрязнения и ультрафиолетового излучения. Это мощнейший антиоксидант, который препятствует развитию оксидативного стресса. Плюс повышает эластичность кожи, улучшая контур, лифтинг контуров. И вот вы видите даже фотографии на слайде спустя 6 недель, насколько улучшается состояние кожи, насколько улучшаются именно контуры лица. Итак, экстракт эдельвейса. Второй очень важный экстракт растения – это красная камелия. Это нежное растение, экстракт которого способен защитить кожу от загрязнений, является очень мощным антиоксидантом, защищая клетки ДНК от повреждений и препятствует распаду коллагена, снижает функцию активности ферментов, металлопротеиназ, которые разрушают эластиновые коллагеновые волокна. Соответственно, это мощная защита и предотвращение повреждения каркасных структур дермы. Защита. Естественно, защита очень важна. Защищать в первую очередь нужно коже помочь осуществлять свою главную функцию защитную. И для того, чтобы дополнить вот эту защиту и сберечь кожу от внешних повреждающих факторов, естественно, нужно что-то добавить, как-то ей помочь. Понятно, что самыми яркими на данный момент повреждающими факторами является ультрафиолетовое излучение. Поэтому именно защита от фотостарения, защита от ультрафиолетового повреждения очень важна. Помимо именно фильтров, которые включены тоже в продукты линии Inspira Absolu, мы встречаем такие уникальные комплексы, как комплекс Thermos Thermophilus из бактерий Thermos Thermophilus. Это комплекс Венусин называется, запатентованный комплекс Венусин, или как Венециан его еще называют. Это комплекс, который призван защищать кожу от ультрафиолетового излучения и от инфракрасного излучения. Комплекс этот синтезируется из бактерий Thermos Thermophilus, которые проживают в таких глубоких, глубоководных впадинах, где очень высокая температура. В море глубоководная впадина, там высочайшая температура, отсутствие кислорода и очень высокая степень инсоляции. Эти бактерии живут за счет того, что имеют специфический фермент.
Вот этот именно фермент позволил создать комплекс Венусин для нашей кожи. Он в максимальной степени защищает кожу от клетки, от ультрафиолетового и инфракрасного излучения, подавляет выработку свободных радикалов, защищает клетки от оксидативного стресса и от мутаций. И проводились исследования на острове с высокой инсоляцией, это остров Маврикий, кстати. И вот вы можете увидеть на слайде как раз доказательство эффективности, что те люди, которые использовали средства с Венусин, выглядели через 6 месяцев на 3 года моложе, чем те, которые не использовали. То есть это ярко доказывает то, что ультрафиолет повреждает, это мы знаем, вот, а то, что Венусин максимально защищает. И что еще я хотела сказать, вот вернусь к коллеге. Сейчас, особенно в условиях, конечно, домашней изоляции, у нас добавился еще очень важный повреждающий фактор. Большинство из нас работают на удаленке, много проводят времени перед компьютером, перед планшетами, перед телефонами. И здесь нельзя забывать, что именно в таких условиях повышается повреждение кожи за счет голубого света экрана. Именно вот этот вот голубой холодный свет экранов повреждает кожу очень сильно, способствуя, он возможно проникать в глубокие слои кожи, оказывая разрушающее действие, даже в разы превышающее как разрушающее действие ультрафиолета. И современная эстетика уже давно говорит о том, что необходимо защищать кожу от света голубых экранов. И в комплексе Inspira Absolu, в линии Inspira Absolu, есть уникальный ингредиент, уникальный комплекс, Blumeline он называется, из какао-бобов, который способен защитить, как бы экранировать кожу от клетки кожи, от повреждения светоголубых экранов. А в каком продукте он содержится, я вам скажу чуть позже. Вот, но он есть, и это уникальная такая отличительная особенность Inspira Cosmetics, что вот такой высокотехнологичный комплекс есть для защиты нашей кожи. Итак, второй шаг. Первый шаг, напомню, это защита, это детокс, снятие, максимально быстрое снятие стресса. Второй шаг, уже работаем с основными эстетическими проблемами. И какие эстетические проблемы чаще всего встречаются на коже, особенно коже, находящейся в стрессе? Это различного рода морщины, это ухудшение овала лица, это чувствительность, высокая степень чувствительности, повышенная трансэпидермальная потеря влаги, недостаток липидов. И, естественно, отсутствие ухудшения микроциркуляции – это бледная, усталая, некрасивая кожа. Именно вот на эти основные эстетические проблемы, то есть возраст, чувствительность, снижение гидратации, ухудшение микроциркуляции, направлен второй шаг, направлено именно в такое четкое действие. И для этого нам помогают вот такие высокоактивные ингредиенты. Это матриксил синтез-6. Это мощный пептид семейства матрикинов, который способствует, стимулирует образование шести наиболее важных компонентов эпидермально-дермального соединения. Хочу вам сказать, что буквально даже вот на себе проверяла и на своих близких, где как бы сразу можно заметить результат, продукты, содержащие матриксил синтез-6, дают очень яркий и быстрый результат. Буквально через 2-3 недели заметно меняется качество кожи. Вот. Разглаживаются морщинки, тургор, наполнение, овал лица становится намного лучше.
Поэтому, в общем-то, это я протестировала. Действие этого пептида заметно невооруженным взглядом, даже не нужно как бы прибегать к каким-то дополнительным методикам. Но эффективность, конечно, испытывалась, и вот в течение 2 месяцев вы можете посмотреть, какие получились результаты на добровольцах 42-70 лет, то есть это старшая возрастная группа, когда, в общем-то, изменения возрастные уже ярко выражены. И получились, по-моему, очень даже хорошие, великолепные результаты на уменьшение количества морщин и снижение их глубины. Вот на фотографиях это видно. Следующий компонент, который помогает добиться быстрого решения эстетических проблем, это липосомы, внутри которых швейцарская ледниковая вода. Это вообще уникальный компонент, который позволяет глубоко увлажнить кожу, восстановить минеральный обмен, который, кстати, нарушается при стрессе, и плюс еще восстановить барьерную функцию. В липосомах это фосфолипиды. Когда они проникают в кожу, вводя туда воду, они раскрываются. Вода распределяется между роговыми чешуйками, а составляющие липосомы встраиваются в кожу, тем самым усиливая, восстанавливая именно барьер кожи, именно липидную мантию эпидермиса. Поэтому это такое, знаете, два в одном. Это и восстановление, и глубокое увлажнение, моментально быстрый эффект. И опять же доказательства есть, наглядные 48% увлажнения, увеличения через 2 часа. То есть это моментальное такое средство восстановления гидратации кожи. Пентовитин – следующий компонент, который помогает справиться с недостатком влаги и максимально быстро восстановить гидратацию кожи. Это запатентованный комплекс из сахаров и позволяет максимально влагоудерживающий. Он связывает влагу внутри кожи, усиливая как бы действие натурального увлажняющего фактора в коже и способствует глубокому увлажнению, пролонгированному увлажнению на 72 часа. Два шага мы с вами обсудили, которые очень важны в терапии Inspire Absolute. Первый шаг – это снятие стресса, детокс, защита. И второй шаг – коррекция эстетических проблем. Как правильно выглядит концепция ухода? Она складывается именно вот из двух этих шагов. Но плюс еще и учитывает хронобиологию кожи. Очень важно днем – это максимально защитить кожу, ночью восстановить. Почему? Что вообще такое хронобиология? А хронобиология – это наука, которая изучает циркадные ритмы. Циркадные ритмы – это те биологические часы, которые характерны, заложены внутри нас и характерны для всех людей, для всего человечества. И они, эти циркадные ритмы, контролируют процессы, которые протекают в нашей коже в зависимости от времени суток. Причем хочу вам сказать, что в состоянии стресса, о котором мы с вами говорили, к сожалению, циркадные ритмы сбиваются. При стрессе изменяется выработка многих гормонов, и вы знаете, что основным гормоном стресса является кортизол. Он изменяет всю функцию, можно сказать, всего организма, и в том числе меняет выработку мелатонина, гормона сна. Поэтому зачастую в стрессе мы страдаем от бессонницы, от нарушений сна, что тоже, естественно, отражается на состоянии кожи. Поэтому, учитывая особенности хронобиологии, учитывая правильное распределение активных ингредиентов в нужные продукты по часам, мы с помощью Inspire Absolu помогаем коже восстанавливаться, несмотря на то, что часы, как бы нашего циркадные ритмы, зачастую сбиты. Дело в том, что вы все знаете, что различные процессы происходят по времени суток по-разному.
Вот если как бы вот так вот обсуждать, то днем кожа максимально у нас защищается. Это логично. Мы находимся на улице, много внешнего воздействия, коже нужно защититься. И причем именно днем она, кожа снижает именно регенераторные процессы. Клетки днем практически не делятся, потому что именно дневное время, именно большое количество инсоляций, загрязнений и так далее, могут нарушать деление клетки. Дело в том, что когда клетка делится, она очень уязвима. Вот, вы знаете об этом, я думаю. И повреждающие факторы в этот процесс, если попадают, то происходит мутация. Поэтому кожа от природы в дневное время делится очень медленно. Практически не делится. Вся регенерация отведена в вечернее время. Поэтому очень важно именно в вечернем уходе поддерживать регенераторную функцию, в дневном поддерживать защитную функцию. Плюс, если вот так вот вдаться немножко в хронобиологию, в циркадные ритмы, что характерно, какие процессы для кожи характерны в разные часы. Ну, например, в вечернее время где-то с 7 часов до 10 часов кожа в максимальной степени отшелушивается. Поэтому в вечернее время очень хорошо использовать, как вы понимаете, продукты, стимулирующие отшелушивание. Скрабы, энзимы и так далее. Такой период глубокого очищения, когда хорошо отшелушивается. Где-то с 8 часов до 11 часов – это время великолепной, самой лучшей проницаемости. Поэтому вот вечерний уход должен строиться в эти часы, с 8 вечера до 11 часов. После 11 часов – это максимальный кровоток. То есть то, что мы коже дали к этому времени, усиливается кровоток естественный, и кожа все прекрасно это все воспринимает. Усиливается детокс, усиливается регенерация. Кожа начинает восстанавливаться. Максимальное клеточное деление где-то к часу ночи. Позже снижается, клеточное деление снижается, и в 3 ночи возникает такой максимальный пик температуры. Происходит очень сильная, усиливается трансэпидермальная потеря жидкости. Вы часто, наверное, замечали, что бывает в определенные часы просыпаешься влажный, потеешь. Это естественный процесс, который примерно в 3 часа ночи, это максимальный пик температуры. Потеря влаги идет, поэтому в ночной уход необходимо добавлять глубокое увлажнение для кожи. Вот это, в общем-то, вот такие вот примерные часы того, как работает наша кожа, из которых понятно, что спать надо ложиться до 11 хотя бы, потому что вот эта регенерация после 11 и деление клеток должна быть именно когда мы спим, и основной уход, вечерний уход, такой мощный уход, должен быть подарен коже тоже до 11 часов, чтобы коже было чем себе помогать в восстановлении. Вот. Это вот такие вот особенности использования именно дневных и вечерних продуктов. Поэтому становится, в общем-то, четко понятно, что именно днем должен использоваться дневной продукт, вечером – вечерний. Это, в общем-то, для Инспиры Абсолю это важно, это очень важно. Ну что ж, мы переходим с вами к тому, что будем знакомиться с продуктами, которые входят в эту линию. И вот сейчас я еще раз для вас напомню, что при заказе с сайта, с нашего официального сайта janssen-beauty.ru, простите, janssen-beauty.ru, в разделе для косметологов вы можете сделать заказ на всю продукцию, о которой мы с вами говорим, и получить дополнительную скидку, используя промокод PROF101. Вот на слайде внизу в левом углу вы видите, как он пишется. PROF101, минус 10% от цены, которая там указана. Пожалуйста, воспользуйтесь, это очень приятно. 3 дня будет действительно этот промокод. Ну что ж, линия Inspira Absolu очень полная линия. Она включает в себе все этапы ухода, как в профессиональном применении, так и в домашнем применении. И можно разделить на основные группы. Средства такого
очищение, детоксикация, средства активного ухода, терапевтического действия и средства финальные, как бы финальный завершающий уход. Итак, начинаем мы всегда, конечно, с очищения. Итак, продукт для поверхностного очищения, для демакияжа – это нежный очищающий крем 3 в 1, который в первую очередь, естественно, качественно очищает кожу, устраняет жиры и водорастворимые загрязнения, плюс укрепляет, защищает кожу. Кожа в стрессе всегда нуждается в дополнительной защите и в успокоении для того, чтобы ее восстановить, защитить, восстановить барьерную функцию. Поэтому даже для очищения выбран такой мягкий по своей текстуре продукт. Это очень важно. Приятной нежной текстуры крем хорошо очищает все загрязнения, даже достаточно такие объемные, стойкие. И возвращает коже именно упругость и восстанавливает липидный барьер. Экстракт альпийского тимьяна и будлея – это два экстракта растений, которые являются такими, несут в себе и антисептическую функцию, и бактерицидную, и тонизируют, и улучшают, восстанавливают микроциркуляцию. Поэтому после уже даже применения крема на этапе очищения кожа выглядит более свежей, здоровой, сияющей. Плюс экстракт будлея – это мощнейший антиоксидант, то есть уже защитная функция усиливается. Так, нежный крем, вот как раз нежный крем, у него прекрасная нежная текстура, наносим на руку, распределяем на лице, на сухом, смачиваем ручки, эмульгируем, устраняются жиры, водорастворимые загрязнения. Смываем водой, кожа мягкая, нежная, чистая, дышащая. Тоник – второй продукт очищения. Тоник вообще – это очень важный этап тонизации, когда мы доочищаем, заканчиваем этап очищения, мы глубоко увлажняем и успокаиваем кожу. Поэтому мицеллярный тоник в Inspira Absolute, артикул его 5100, вот он указан на слайде, позволяет качественно доочистить кожу, как бы завершить этап очищения, восстановить pH кожи, глубоко увлажнить, успокоить и моментально снять раздражение уже на этапе очищения. Это очень важно для кожи, находящейся в стрессе. Такого эффекта мы, посмотрите на ключевые ингредиенты, таких 4 в 1, столько эффектов от тоника, именно за счет того, что такой великолепный состав. Спирта, естественно, в этом тонике нет априори. Экстракт адельвейса, о котором мы говорили, мощнейший антиоксидант. Мощнейший антиоксидант. Натрий ПСА – это компонент натурального увлажняющего фактора в коже. Поэтому это глубокое увлажнение. Лантаин успокаивает кожу, моментально снимая раздражение. Ощущение после этого тоника такой мягкости и свежести. Очень многие, кстати, кто пользуется Inspira Absolute в летнее время, хотя, конечно, я могу сказать, это не совсем правильно, но вот достаточно молодые пациенты, клиенты возраста там 25-28 лет, они говорят, что летом хочется такой свежести, легкости, и они, в общем-то, в вечернее время используют только очищение, тонизацию, и говорят, что, в общем, уже комфортно коже, уже хорошо. Вот, вот очень многие используют это очищение и тоник практически как самостоятельные продукты, доказывая, что насколько они эффективно увлажняют, успокаивают, восстанавливают кожу, и вот такой комфорт коже дарят. Следующий этап – это одно из средств для макияжа, в общем-то, можно было, наверное, сказать о нем в первую очередь, это демакияж глаз, глаз и губ, такой нежной, очень деликатной зоны, орбитальной зоны, зоны зачастую очень чувствительной. И
в этой зоне мы очень часто и быстро видим различные изменения и повреждающие факторы действия, и сухость кожи в этой зоне заметна максимально быстро и ярко. Поэтому средство для демакияжа должно быть максимально нежное, бережное, и в то же время легко удалять даже водостойкий макияж. В Inspire Absolu для мейкап-ремувером является двухфазный лосьон для снятия макияжа. Это вода и масляная такая текстура, среда, которую перед применением надо перемешать. Получается такая воздушная, легкая эмульсия, очень нежная. И удаляется макияж даже водостойкий, причем уже на этапе демакияжа кожа успокаивается, увлажняется за счет пантенола гиалуроновой кислоты. А экстракт тимьяна и будлии оказывает такое стимулирующее действие на микроциркуляцию. Следы усталости, отечность уходят, успокаивают кожу и борются с оксидативным стрессом. То есть это очень важно. Следующий этап, о котором... Наверное, этот этап не характерен для классических схем ухода. Это этап глубокого очищения и детоксикации. Мы говорили, что для кожи в стрессе очень важно именно детокс, потому что детоксикация нарушается при стрессированной коже, при коже, которая находится в стрессе, которая повреждена. Детокс нарушается, детоксицирующие процессы ослабевают. И именно нарушение, ослабление детоксицирующей функции ведут к усилению проблем, которые есть, к усилению стресса. Поэтому очень важно на этапе глубокого очищения не просто очистить кожу, но уже и запускать процессы детоксикации. И в этом нам помогает энзимный скраб 2 в 1. Очень удобный продукт, выпускающийся в саше, порошковый продукт, сочетающий в себя энзимы, ферменты, бромелайн и папаин, обогащенных горным медом и эксфолиирующими частичками в виде абрикосовых, гладких, кругленьких, мелких частичек абрикосовых косточек. Продукт великолепен по своей наполнению и по своей функции. Вы все прекрасно знаете, как работает энзима папаин и бромелайн. Прекрасно расщепляет. Горный мед – это просто кладезь микроэлементов и витаминов. То есть на этапе глубокого очищения мы восстанавливаем минеральный обмен кожи. Нежные частички абрикосика, которые мелкие там включены, это дополнительный эксфолиирующий агент, дополнительная микростимуляция, дополнительная шлифовка, улучшение светоотражающего качества кожи. Поэтому после применения этого энзимного скраба кожа чистая, дышащая, свежая, легкий аромат, который характерен для этого продукта, он даже так, знаете, успокаивает чувства, таким антистресс является вариантом. Работать очень удобно. В саше хватает примерно где-то на 3-4 процедуры. Примерно столовая ложка, даже чуть меньше порошка, разводим теплой водичкой до консистенции сметаны, наносим на лицо. Укутываем, потому что ферменты любят тепло и влагу. Закрываем либо теплым полотенцем, компрессом влажным, либо под пленочку и укутываем. И после 10 минут снимаем, руки эмульгируем. Если состояние кожи позволяет провести дополнительное механическое еще воздействие, да, косточками абрикоса, можно поработать руками. Если кожа особо чувствительная, то мы не работаем в такой вот функции краба, а просто аккуратно смываем. Угу. Итак, очищаем, запускаем процессы минерализации и детоксикации. И следующий очень важный момент – это именно детокс. Для кожи жителей мегаполиса, для кожи в состоянии стресса детокс важен. Нужно удалить все загрязнения, улучшить микроциркуляцию, тем самым восстановить
цвет кожи, восстановить питание, усилить регенерацию. И для такого детокс-варианта, детокс-воздействия мощного, применяется детоксицирующая, моделирующая гидрогель-маска. Маска с активированным углем и эссенциальным маслом мяты. Масло, уголь, вы знаете, это великолепный сорбент. О угольных масках говорят уже очень много, и многие там где-то дома пытаются даже что-то сделать, но здесь все готово. Уголь позволяет адсорбировать на себя все виды загрязнения, которые есть на коже, тем самым облегчить работу клетки на детокс. Маска немножко стимулирует микроциркуляцию. Такое, знаете, кожа не краснеет, но ощущение очень необычное под этой маской. Сначала такой легкий-легкий именно покалывание, какой-то такой приток крови ощущаешь, потом очень легкая, нежная такая прохлада приходит. И когда маску снимаешь, кожа без признаков покраснения, но очень такая свежая, легкая, как будто такой ветерок, бриз морской ласкает кожу лица. И правда, именно улучшение микроциркуляции способствует улучшению лимфообмена кожи, питания кожи. Детокс удаления осуществляется за счет угля, удаляются все как бы шлаки и токсины из кожи. Моделирует овал лица, потому что является альгинатной маской. Улучшается микроциркуляция вокруг зоны, вокруг глаз. На глазик мы эту маску не наносим, но достаточно близко к зоне вокруг глаз, вот где темные круги, можно нанести, потому что улучшение микроциркуляции позволяет быстро справиться с темными кругами под глазами и устранить признаки отечности вокруг глаз. Работать с маской очень удобно. Это альгинат уже готовый. Вы видите, что это два саше. Вы в мисочку выдавливаете содержимого двух саше. В одном это активные ингредиенты, во втором это основа альгинатная. Перемешиваете и наносите на лицо в обычной технике. Маска необычной текстуры, она такая достаточно тоненькая, гелево-альгинатная. Снимается очень легко. Время экспозиции где-то 12-15 минут, чтобы вот эти вот все этапы ощущений полностью как бы ощутить на себе. Легкий аромат, нежный легкий аромат мяты успокаивает, гармонизирует чувства, что очень, в общем, согласитесь, важно, как ароматерапия в условиях вот, антистресс, даже воздействия, очень важно гармонизировать, успокоить чувства, а мята как раз хорошо успокаивает и расслабляет. Переходим к следующей группе продуктов этой линии. Это продукты такого максимально активного терапевтического воздействия. Да? Мы говорили, что первый шаг – это детокс, снятие стресса, успокоение и защита. И второй шаг – это коррекция эстетических проблем. И именно вот группа активных таких активов, сывороток глубокого действия, позволяет именно справиться с основными эстетическими проблемами. Итак, для того, чтобы быстро вернуть коже свежий сияющий вид, чтобы устранить признаки усталости, чтобы глубоко увлажнить кожу, поддержать, зарядить кожу энергией, улучшить лифтинг лица, то есть такие ампулы максимально быстрого, эффективного восстановления кожи. Это нужно, в общем-то, в экспресс-уходах. Это нужно, когда долго испытывали стресс, лицо выглядит уставшим. Это можно использовать разово, ампулы, можно использовать курсом для поддержания и усиления лифтинга. Это можно сказать, я их так называю ампулы Золушки, когда надо прям вот блеснуть, и было все плохо, а после ампулы стала кожа просто совсем другой, такое преображение. Это ампула для мгновенного лифтинга и сияния кожи, 5700 их артикул. Ампулы глубоко увлажняют, мгновенно разглаживают, подтягивают кожу, омолаживают, заряжают энергией. Именно потому, что в состав их входят
клеточный экстракт гуараны. Именно гуарана, вы знаете, что это такой энергетик, мощный энергетик. И именно на коже гуарана проявляет, экстракт гуарана проявляет такое вот сияние для кожи, да, это как кожа сияющей энергии, как говорят, да? Повышается тургор, активизируются внутриклеточные процессы, улучшается синтез эластина и коллагена, мелкие морщинки разглаживаются, такое яркое омолаживающее действие. Плюс, вот возвращаю еще, есть в этих ампулах комплекс Инстензил. Это запатентованный комплекс из биополимера дерева, такое есть, произрастает. Биополимер растительного происхождения, Инстензил. Есть деревья, они произрастают в Африке, у них такие корневища клубни, и они богаты сахарами. Вот из этих сахаров выделяют комплекс Инстензил, такой растительный биополимер, который формирует такую тонкую-тонкую сеточку, как бы, и, попадая на кожу, оказывает мощное лифтинг действия. Называют его еще экстракт маниока, может быть, вы вот такое название слышали, но запатентован он как Инстензил, это готовый комплекс. Очень мощный лифтинг, яркий, видимый, моментальный лифтинг. Именно вот как бы подтягивает такой вау-эффект. Как бы, знаете, как говорят, раз, так подвязали. Вот такой вот вау-эффект яркого лифтинга. За счет Инстензил, это экстракт маниока, по-другому его еще называют. Следующий актив – это сыворотка с липосомами против морщин для восстановления сухой обезвоженной кожи, артикул 54.10. Честно скажу, это, наверное, одна из самых моих любимых сывороток. Почему? Потому что очень много пациентов, согласитесь, клиентов, с кожей чувствительной, с испытывающей недостаток влаги и с поврежденным липидным барьером, когда проявляется непонятным шелушением, покраснением, особенно чуть на улице побыл, сразу же все стягивает, обветривание шелушится, некрасиво лежит макияж, что-то чешется, лицо горит. И вот я вам хочу сказать, что вот эта сыворотка, она моментально быстро приводит кожу в норму. Часто очень именно уже не знаешь, что даже вот что сделать для такого. Вроде бы она и стабильная кожа, и не особо чувствительна. И, в общем-то, таких вот особых проблем даже и не видишь, но чуть вот влево, чуть вправо, чуть больше на улице, чуть меньше сна, чуть пострессовал, что-то не то съел, все на коже проявляется. Поэтому эта сыворотка просто вот палочка-выручалочка. Помимо того, что липосомы с влагой быстро увлажняют, моментально увлажняют кожу, восстанавливает барьерную функцию, плюс матриксил синтез-6, мощнейший антиэйдж-пептид. Кожа упругая, морщинки разглаживаются, контуры улучшаются. Гиалуроновая кислота дополнительно хорошо увлажняет. Нежная, такая легкая, невесомая текстура, не липкая, очень комфортно обволакивает кожу, делая ее такой шелковистой. Идеально подходит для любого типа кожи. Для любого типа кожи. Лучше, конечно, использовать ее под крем, но те, кто обладатели кожи склонны к жирности и любят легкие текстуры, часто эту сыворотку используют как самостоятельное средство. Мощный антиэйдж продукт с ярким увлажняющим, успокаивающим, восстанавливающим действием. Применяю эту сыворотку, мои пациенты, многие забыли о том, что такое покраснение, шелушение, непонятный зуд, и, в общем-то, без нее теперь жить не могут, честно вам скажу. Вот это вот прям мое наблюдение. Если кто-то пробовал эту сыворотку, поделитесь со мной в чате, мне интересно ваше мнение. Очень интересно ваше мнение. Так, следующий продукт – это сыворотка, то есть такого глубокого действия. Это мгновенно успокаивающая, регенерирующая сыворотка. Один из самых таких частых симптомов кожи в состоянии стресса – это повышенная чувствительность, когда нужно моментально, быстро успокоить кожу, восстановить ее,
защитить ее. И именно сос, сыворотка в этом как бы нам поможет. Легкая, невесомая, практически такая, совсем вот нежная-нежная эмульсия, такая прям легкая водянистая эмульсия, как, ну, практически вот как вода, можно сказать. Нет большого содержания масел. Ну, нет масел, поэтому она такая, мне даже тяжело описать, она очень легкая, прям вот капельками можно из пипеточки ее капать, максимально быстро увлажняет кожу. За несколько секунд, можно сказать, дарит ощущение комфорта на коже, снимает жар, покраснение, успокаивает кожу, глубоко увлажняет. Именно за счет того, что содержит стволовые клетки альпийской розы, как мощнейший антиоксидант, успокаивающий продукт, восстанавливающий продукт, защищающий. Пентовитин и комплекс Биофитекс. Вот на комплексе Биофитекс я бы хотела остановиться поподробнее, потому что именно комплекс Биофитекс, тут его не указано, но я вам сейчас расскажу. Комплекс Биофитекс – это симбиоз, такое сочетание экстракта дрожжей и растительных экстрактов винотоников. То есть дрожжи в сочетании с растительными винотониками, такими как конский каштан, иглица, центелла азиатская, календула. То есть комплекс направлен на восстановление иммунитета кожи, на улучшение насыщения кожи витаминами группы В, как успокаивающими витаминами. И комплекс винотоников максимально быстро снимает повышенную чувствительность, успокаивает воспаленную сосудистую эндотели сосудов, снимает воспаление, улучшает, стабилизирует микроциркуляцию, снимая покраснение, чувство зуда, чувство стянутости. Вот. За счет того, что экстракт альпийской розы, этот экстракт стволовых клеток снижает выработку медиаторов воспаления. Поэтому сыворотка СОС за буквально вот считанные минуты максимально быстро снимает ощущения, связанные с повышенной чувствительностью, успокаивает зуд, покраснение, неприятные ощущения стянутости. Был такой случай, что знакомая очень сильно обгорела. Обгорела, катаясь на лыжах. И вот, представляете, села она уже в самолет, и вот эта эритема нарастает, краснота, что же делать? И вспомнила, что у нее есть сыворотка СОС, и она прям вот постоянно впиталась, через какое-то время опять нанесла. И пока она летела в самолете, за эти часы она привела кожу в свою в норму, эритема снизилась, ну, очень сильно, практически стала незаметной. И, естественно, восстановила кожу от своего такого оксидативного стресса, вызванного ультрафиолетовым облучением и фотостарением, конечно, обратила. Поэтому имейте в виду, сыворотка быстро снимает неприятные ощущения, связанные с повышенной чувствительностью. Так, Анастасия Поддольск пишет, что сыворотка великолепная, это с липосомами. Да, спасибо, Анастасия, что я рада, что она вам тоже нравится и вашим клиентам. Это реально волшебный продукт, который, ну, в общем-то, в одном флаконе решение самых актуальных проблем. И антиэйдж, и увлажнение, и восстановление. Следующий активный компонент – это сыворотка. Это, наверное, одна из самых уникальных сывороток в Inspira Cosmetics. Неоднократно сыворотка Absolute Serum 360 градусов получала награды как самый мощный антиэйдж продукт, самый лучший продукт в Германии. Почему? И название такое 360, как бы, да, по кругу. Это инновационный продукт, который борется одновременно со всеми признаками старения кожи, это и фото, и хроностарение, 24 часа в сутки, и поддерживает и запускает процессы омоложения кожи как бы на 360 градусов. Как я говорю, это спасительный эликсир от всех проблем, потому что это и антиэйдж за счет матриксил синтез 6, это мощнейший
защита от оксидативного стресса, это глубокое увлажнение, это и снижение чувствительности, снижение воспаления в коже, мощная детокс за счет экстракта красной камелии, защита от ультрафиолетовых лучей, это фильтры, это винусин и эктоин, это два ингредиента, которые защищают кожу от ультрафиолета, от инфракрасного излучения. Причем эктоин – это удивительный компонент, который как бы клетку обволакивает, защищая, создавая такую еще депо влаги, то есть помимо защиты от ультрафиолета и инфракрасного излучения, еще увлажняет, стабилизирует клеточную мембрану. То есть круче, мне кажется, не бывает. Но и еще за счет того, что в этот серум включен удивительный экстракт семян шоколадного дерева, теоброма какао, именно экстракт этого, из экстракта этого дерева выделяется комплекс, защищающий клетки от света голубых экранов. Lumiline комплекс называется, и эта сыворотка, помимо своих мощных антиэйдж воздействия, защитных, детокс, усиление стимуляции основных там, шести белков эпидермального соединения. Она еще и защищает от света голубых экранов. Сыворотка уникальна. Многие ее используют как самостоятельное средство. Легкая такая нежная эмульсионная текстура, комфортна для кожи любого типа. Кожа, склонная к жирности, зачастую используют ее как самостоятельное средство. Кожа, склонная к сухости, ну, добавляют еще и финальный крем. Поэтому имейте в виду, это сильнейший продукт глобального омоложения, глобального здоровья кожи. Анастасия, сывороткой 360 пользовалась сама. Очень хороший лифтинг-эффект проявился. Подтянулся овал лица, изменилось качество кожи. Анастасия, спасибо вам за такой отзыв. Я полностью с вами согласна, потому что эффект виден. Я вижу эффект уже буквально через 10 дней, как меняется качество кожи, как меняются, разглаживаются морщинки, улучшается овал лица. Мощнейший продукт, прям вот лучше не придумываешь. И маска, естественно, такой терапевтический, тоже можно отнести к группе терапевтических продуктов, это маска-сос, мгновенно успокаивающая, увлажняющая крем-маска. Легкой кремовой нежной текстуры, у меня она есть, я вам ее покажу. Это проб-вариант с дозатором, дома будет в тубе. Очень нежная, такого легкого розового цвета, вот смотрите, нежный такой вот приятной, очень кремовой текстуры, такой эластичный, обволакивающий. И не зря она называется сос, потому что маска мгновенно снимает все признаки раздражения, воспаления, успокаивает кожу, снимает чувствительность, мгновенно и глубоко увлажняет, более чем на 72 часа, и нормализует баланс микрофлоры. Эта маска, которая, в общем-то, всегда должна быть под рукой. Любые проявления повышенной чувствительности, которые постоянно находятся на коже, либо это там, экстренно возникшие, ну, мало ли что бывает у нас в кабинете, эта маска всегда приходит на помощь. Плюс ко всему я хочу вам сказать, что эта маска прекрасно стабилизирует микроциркуляцию, борется с проявлениями купероза за счет особого комплекса GSP+. Это комплекс из жирорастворимого токоферола и косточек швейцарского винограда. Вы знаете, что швейцарский виноград, вообще косточки швейцарского винограда, так же, как и хорошее красное вино, богаты процианидинами. Один из ярких его представителей – это ресвератрол. И ресвератрол оказывает очень мощное
Очень мощное противовоспалительное, сосудоукрепляющее действие. Борется с куперозом, снимает отеки, снимает воспаление, аллергическую реакцию. Плюс ко всему еще ресвератрол, который входит в GSP плюс комплекс, является эпигенетическим модулятором, то есть он восстанавливает активность генов, отвечающих за защиту от злокачественных опухолей. То есть такое вот еще и очень мощное антиканцерогенное действие. Поэтому маска волшебная. Не побоюсь этого слова, глубоко увлажняет, максимально быстро успокаивает, улучшает, стабилизирует сосудистое русло, снимает, борется с отечностью, с пастозностью, с куперозом, предотвращая его развитие и замедляя его развитие. Поэтому маска на все времена необходима в нашей для нас, как бы для косметологов-профессионалов. Причем я еще хочу сказать, что маску, СОС, если кожа особо чувствительная, поврежденная, маску можно использовать на ночь, не смывая. На ночь не смывая. До того, как не восстановится состояние кожи, не уйдет чувствительность. Переходим к следующей группе продуктов. Мы обсудили с вами очищение, детокс, активы, это 4 активных сыворотки, и финальные средства, можно так сказать, это финальные кремы, их в Inspire Absolu несколько, 2 дневных, 2 ночных. Почему 2? 2 дневных, детоксицирующий, легкий и обогащенный. То есть для кожи, склонной к сухости, подойдет обогащенный крем, для кожи, склонной к жирности, подойдет облегченный крем. То есть учитывается тип кожи. Детоксицирующий, легкий, увлажняющий дневной крем, артикул 5200, направлен на детоксикацию, на восстановление, на защиту кожи. Такая легкая у него, комфортная очень текстура, легко наносится, не оставляет тяжести, прекрасно на него ложится дневной макияж. И основными ключевыми ингредиентами, за счет чего добивается такой детоксицирующий эффект, увлажняющий плюс мощный защитный. Это экстракт эдельвейса, красной камелии, это детокс, антиоксидантная защита, глубокое увлажнение за счет пентовитина, гиалуроновой кислоты и защита за счет винусина и фильтров. Дневной крем имеет защиту от ультрафиолетового излучения до где-то 10. То есть для естественного нахождения в городской среде днем этого вполне достаточно. Плюс еще будет мейкап. То есть вот такая вот постоянная защита, этого достаточно. Если вдруг кожа особо фоточувствительная по разным причинам, то нужно дополнять, естественно, свою дневную защиту солнцезащитными средствами. Второй продукт, как я говорила, второй дневной крем из группы финальных средств – это обогащенный детоксицирующий крем. По составам они одинаковы. Единственное, что обогащенный крем обогащен маслом ши. То есть для кожи склонной сухости необходимо дополнительное количество липидов. И в масле ши, которое богато специфическими липидами, быстро восстанавливающее кожу, недостаток восполняющих липидов кожи, вот, крем обогащен. Итак, легкий дневной детоксицирующий и обогащенный дневной детоксицирующий. По тому же принципу построены средства ночного ухода. В ночь, конечно, это важна регенерация. Регенерация, поддержание также детоксикации, мощное восстановление, антиэйдж действия. Легкий ночной регенерирующий лифтинг-крем. Посмотрите, какой у него уникальный состав. Говорила, что ночью клетки делятся, клетки восстанавливаются. Мы им помогаем высоким содержанием матриксил синтез 6, антиэйдж-агента, детокс и
антиоксидантная защита экстракта Дельвей с улучшением контура и лифтинга, глубокое увлажнение за счет пентовитина и гиалуроновой кислоты. Витамин Е, масло ши питают нашу кожу во время, в ночное время. И обогащенный ночной регенерирующий крем – это второй продукт ночного ухода. Состав он такой же, но в нем большее количество масла ши. Более насыщенной текстуры, более такой, да, именно насыщенной текстуры, который идеально подойдет для кожи, склонной к сухости, или для кожи старшей возрастной группы, когда у нас естественная выработка липидов снижается. Вот, то есть два дневных, обогащенный и легкий, два ночных, обогащенный также и облегченные текстуры. Естественно, мы не забываем про зону вокруг глаз. Зона вокруг глаз – это такая тонкая материя, за которой уход должен быть особый. Поэтому в зоне вокруг глаз мы очень часто встречаем такие симптомы, как темные круги под глазами, отечность, пастозность, морщинки вокруг глаз, мимические или вызванные сухостью. Поэтому за этой зоной нужно ухаживать особенно и возвращать коже глубокое увлажнение, дабы разглаживать эту зону. И лифтинг необходим, и улучшение микроциркуляции, стабилизация сосудистой стенки, чтобы справиться с темными кругами под глазами. И все это есть в интенсивном крем-геле, крем-уходе для кожи вокруг глаз от Inspire Absolute 5600. Комфортная текстура крема быстро впитывается в зоне вокруг глаз, не оставляя тяжести. Хорошо лежит макияж на этом креме. Моментально улучшается визуальная, как бы, вот такая характеристика зоны вокруг глаз, лифтинг, глазик как будто так открывается. И, естественно, с длительным применением крема включается еще и такой мощный антиэйдж, как за счет пептида матриксила, вот, за счет того, что находится экстракт Дельвейса, такой лифтинг, открываются глазки. И обращаю ваше внимание, что все, как бы, ингредиенты, о которых мы с вами говорили, включены в этот продукт ухода за зоной вокруг глаз. Очень комфортный продукт. И плюс еще рассеивающий свет пигменты. Это специальные пигменты, которые визуально делают взгляд более ясным и стирают вот следы усталости и темные круги под глазами, чтобы сразу был виден эффект, и качество кожи вокруг глаз улучшалось. 5600 его артикул. Бывает ситуация, когда нам нужно что-то скорректировать на лице, создать невидимую вуаль, тонирующую вуаль, чтобы кожа выглядела более ровной и красивой. И здесь Inspire не осталась равнодушной к просьбам клиентов и создала великолепный BB-крем, который выравнивает цвет кожи и плюс еще обладает солнцезащитным эффектом. Это, в общем-то, такая палочка-выручалочка, потому что это самостоятельный продукт дневного ухода, который и защищает кожу за счет экстракта Эдельвейса, и глубоко увлажняет ее, успокаивает, и обладает детокс-эффектом, детоксицируя за счет экстракта красной камелии в составе. Плюс выравнивает тон кожи, подстраиваясь, покрывая кожу такой нежной, бархатистой вуалью, выравнивая цвет лица и защищает от ультрафиолета за счет того, что есть комплекс винусин и SPF-фактор равен примерно 15. То есть это, в общем-то, самостоятельный дневной продукт, который особо будет удобен в любое время года, но особенно как бы летом, когда хочется наносить много всего на кожу, достаточно этого крема для того, чтобы и сохранять влагу, и защищать кожу, и такой вот тонирующий, красивый эффект создавать. 58-10. 58-10. Один из самых любимых продуктов вот, на финал, дневное время, когда делаем мы уход. Великолепно, когда у нас клиент просит, нанесите мне что-нибудь такое вот, ну, тонирующее, такой вот
тон какой-нибудь. Вот на финале BB-крем прекрасно улучшает и визуально, и такое тонирование, выравнивает цвет, какие-то недостатки он скрадывает. Вот, прекрасный продукт. Бывают также, естественно, ситуации, когда нам нужно точечно избавиться от каких-то неприятностей, таких как воспалительные элементы. И не просто их скорректировать и замазать, а как бы еще и полечить, оказать терапевтическое действие. И здесь подходит идеальное решение – это бальзам против акне с тонирующим, маскирующим эффектом. Комфортное средство, которое по тону своему очень оптимально подходит любому практически фототипу, от первого до четвертого где-то, подстраиваясь как бы под кожу, тонируя, скрадывая проявление нежелательных элементов воспалительных, в том числе эффективно их подлечивая, подсушивая за счет того, что входит экстракт кипрея Флетчера. Это экстракт, который блокирует, снижает активность функции 5-альфа-редуктазы, фермента, ответственного за активацию тестостерона, то есть да, усиливающую функцию сальных желез. То есть экстракт кипрея Флетчера снижает активность сальной железы, уменьшая сибарею. Нет сибареи, нет воспаления. Алоэ вера, салициловая кислота успокаивают, восстанавливают, подсушивают, противовоспалительные, противобактериальными эффектами обладают. Локально наносим на зоны с высыпаниями. Часто спрашивают, а если вот подсыпала прям весь лоб, можно? Можно прям на весь лобик нанести на зоны, где есть высыпания. Матовый такой вот дает эффект на коже. Очень красиво, вот практически незаметно становится высыпание. Очень он любим категории клиентов, в возрасте которых часто высыпание, это молодежь. Да? Они комплексуют, прыщики хотят скрыть, и, в общем, начиная с подросткового возраста, с успехом применяем этот продукт, назначаем, и он очень ими любим, когда локально нужно что-то и подлечить, и восстановить. Вот здесь вот я решила показать вам этап ухода. Мы о всех продуктах с вами поговорили, то есть это об очищающих продуктах, о активном уходе, о терапевтических продуктах для коррекции основных эстетических проблем и о группе финальных средств. Если есть вопросы, пишите. Как бы резюмируя все, что мы говорили, вот протокол профессионального ухода для восстановления стрессированной кожи. Очищение и макияж. Очищение – это демакияж с помощью крема и тоника. Предуход, глубокое очищение – это энзимный скраб. И вот этап детоксикации, использование детокс-маски. Очень важно, потому что мы говорили, что этап детоксикации необходим для кожи стрессированной и кожи жителей мегаполиса. Поэтому мы этап детоксикации, вот эту маску, включаем после этапа глубокого очищения. И уже после завершения детоксикации мы используем активный уход. Используем сыворотки уже по проблеме. Лифтинг, сияние, цвет, ампула. Видим, что антиэйдж, морщинки, сухость, обезвоженность. Тогда сыворотка с липосомами. Раздражение, чувствительность, также дегидратация, сыворотка СОС. Уже решаете, что необходимо именно конкретно каждому пациенту. И маска, по которой можно сделать массаж. И на финал вы выбираете уже тот финальный продукт, тот крем, который больше подойдет вашему клиенту в зависимости от типа кожи и от времени суток. То есть если днем, то это дневной. Если вечером, то это вечерний продукт. И, естественно, всегда рекомендуем домашний уход домой. Особенно актуально это вот сейчас, когда мы еще не начали работать, уже очень многие спрашивают, что, слушай, что мне делать, как мне привести
быстро свою кожу в порядок, потому что и морщины, и чувствительность, и сухость. И я всегда, в общем-то, чаще всего назначаю именно продукты из линии инспирации. И буквально за кратчайшие сроки мы получаем эффект на лицо. Красивого, свежего, здорового лица. Вот. Так. Анастасия, мицеллярный тоник нужно смывать? Нет, конечно, мицеллярный тоник мы не смываем. Мы не смываем. Это тоник, это продукт тонизации. Мы наносим его на ватный диск и протираем лицо. Этот тоник мы не смываем. Пожалуйста, коллеги, пожалуйста, прошу вас, пишите вопросы, если есть вопросы. Подводя резюме, я еще раз напомню, что, в общем-то, линия Inspira Absolu – это, на мой взгляд, самая востребованная линия для ухода за кожей современного жителя, потому что включает в себя и защиту, и быстрое восстановление кожи, и очень мощное антиэйдж воздействие. Искренне люблю и уважаю, видела, каких результатов можно добиться, ярких, быстрых, великолепных, удобно работать в кабинете, удобно назначать домой, красивые упаковки, которые тоже, кстати, радуют наших клиентов, когда они стоят на полочках. Поэтому всегда придет к нам на помощь линия Inspira Absolu, учитывая ту тенденцию возрастающей чувствительности, возрастающей стрессированной кожи, количество пациентов, с чувствительной, стрессированной кожей, без этой линии, в общем-то, тяжело обойти. Учитывая то, что мы все были на самоизоляции, симптоматика усиливается, и я думаю, что именно Inspira – это вот на данный момент самая палочка-выручалочка, чтобы быстро вернуть наших клиентов в норму и вернуть им здоровье кожи. Светлана, спасибо большое, очень полезно и интересно. Спасибо вам, Светлана, я очень старалась. Я пыталась передать вам свою любовь Inspira Cosmetics, потому что очень люблю эти продукты, я это не скрываю. Вот, я пользуюсь Inspira, вот, что у меня дома есть, это все мое любимое. Вот, и надеюсь, что вы, попробовав Inspira, не останетесь равнодушными. Напоминаю, что мы с вами встречаемся каждый понедельник, среду и пятницу. В среду моя коллега проведет очень интересный вебинар. Подключайтесь в 11 часов. Вебинар будет посвящен таким периоду лета. Она расскажет о том, что нас ждет этим летом, имеется в виду, какая специфика работы нам будет характерна этим летом, потому что это лето особенное после самоизоляции. У нас много, мы ожидаем все-таки большого количества пациентов, клиентов, которые скучали без нас. Как правильно строить эстетический уход, как правильно строить процедуры и программы максимально эффективно именно в летний период, который подарит яркий эффект нашим клиентам, будет интересно. В среду, пожалуйста, подключайтесь к нашим вебинарам в 11 часов в эту среду. Так, я возвращаюсь. Сыворотки в магических сферах будут в новинках. Сыворотки в магических сферах, они уже давно, в общем-то, не новинки, они давно у нас имеются в продаже. Это бимейджики, я думаю, вы имеете в виду. Это великолепные сыворотки, включающие в себя сыворотку и крем в одном флаконе. То есть две помпы в одном крем, в другой сыворотке в сферах, дарящие коже еще дополнительно такое перламутровое нежное сияние, как хайлайтер. Прекрасное средство. Светлана, если у вас есть какие-то вопросы по магическим сферам, вы, пожалуйста, вы можете у меня спросить сегодня, либо в пятницу задать вопрос на встрече, вопрос-ответ. Поэтому магические сферы – это уже продукт, который у нас давно существует. И в обзоре новинок 29 числа будет много всего другого интересного, в сферы входить не будут. Поэтому спрашивайте сейчас, сферы доступны, сейчас у нас в продаже, они есть, пожалуйста. Ирина, Москва, у Inspira есть массажные средства? Именно массажных средств, только массажных средств нет.
Массаж можно сделать по крему, по маске. Можно сделать массаж. Пожалуйста, можете использовать либо ночной крем можно использовать для массажа, либо маску, сос можно использовать для массажа. Вот как вариант. Именно отдельно массажных средств нет. Но опять же, я напомню, Ирина, что вы можете всегда сочетать продукты из Janssen Cosmetics, Inspi Cosmetics. Если вам нужно сделать массаж по какому-то специальному именно средству, именно по массажному, в Janssen Cosmetics есть массажный крем. Есть массажный крем, он находится в линии Dry Skin. Если вам нужен артикул, я вам его подскажу. Массажный крем из Janssen Cosmetics, вы всегда его можете использовать. Массажный крем для лица 5580P. Артикул Ирина, это в Janssen Cosmetics 5580P, именно массажный крем. По маске сос прекрасно можно делать массаж, поэтому если необходимо, то пожалуйста. Коллеги, жду от вас еще вопросы. Если нет, напоминаю, что всю продукцию можно заказать на сайте Janssen beauty.ru, указав промокод PROF101, вы получите 10% скидку на всю продукцию. Промокод действительно в течение 3 дней. Угу. Так, Ирина, спасибо, да, 5580 очень люблю. Да, я тоже его очень люблю. Прекрасный массажный крем. Массаж можно делать вечно, кожа после него прекрасная, а запах просто погружает в какую-то невообразимую атмосферу релакса. Коллеги, если у вас нет вопросов, то я с вами прощаюсь, жду нашей новой встречи. Не забывайте, что в понедельник, в среду и в пятницу мы рады вас видеть, виртуально видеть на наших вебинарах. Будет интересно. До новых встреч. Я со всеми вами прощаюсь. Спасибо всем, кто слушал меня сегодня, всем, кто подключается к нашим вебинарам. До новых встреч. Всего вам самого хорошего. До свидания.